Всем привет! Сегодня я расскажу историю о том, как мы попали в первую главу Poppy Playtime. Сондер, куда мы пришли? На завод. Ночью мы пришли на какой-то завод. Ну пошли тогда туда, наверное. Нам некуда идти уже, ночь темно, и нам вообще ничего делать. Пошли. О, это завод игрушек. Почему на этом заводе никого нет, даже охраны? Ага. Посмотри, я нашел кассету. Посмотрим, что на ней записано. Ошибка. Как жаль, что мы ничего не смогли узнать из этой кассеты. И вдруг мой друг Лис нашел ход в магазин подарков. Магазин подарков. Надеюсь, что там вкусные подарки. Надо. Не понял, закрыто. А ты этот, двери выломать не научился случайно? Видимо, нет. Ладно. Кажись, без подарков останемся. О, динозавр. Пошли в другую сторону. И страшно немножко, темно. Я думаю, нам нужно ввести пароль. Ага. Давай. Методом тыка, конечно. Я, наверное, уже все ввел. Да, давай, попробуем. О, открылось, я же говорю, у меня получается. В этой комнате тоже оказался компьютер с нерабочей кассетой. Кнопка. Сондер, я делал грапак. Смотри, а я видел рекламу с грапаком, там такой грапак с двумя руками, этот без рук. Ну да, 20 лет фабрика заброшена. Ладно, пошли. Давай-ка я попробую грапаком выбить эту дверь. А, у меня же рук нету, ну давай все-таки попробуем. Ладно, останемся мы без подарков, Сондер, пошли туда тогда. Что? Ты ее выбил. О! Я с задержкой это выбил. Я даже не заметил, она, наверное, упала, когда я отошел. О, смотри, тут паровозик. А подарки-то все украли? И зачем я тут все выбил? Ага, зачем мы сюда вообще приходили? Ладно, пошли-ка тогда в губ. Паровозик давай возьмем. Не, давай, пошли в губь фабрики. Так, давай-ка я открою эту дверь, грапак. Так, смотри, мы открыли дверь. О, это кто такой? Мы попали в комнату с Хаги-Ваги. Там нужно что-то сделать. Ну что, красивая фабрика игрушек. Мы какие большие игрушки тут есть. Пошли тогда дальше. О, где он? Не понял? Ты же стоял, смотрел на него. Куда он пропал? Вот я туда смотрел. Дверь закрывается. Быстрее беги. Заходи быстрее. А куда Хагик-то пропал? Ну ладно, пошли. Вау 1, вау 3. Ну давай сюда, там закрыто. Пошли, Сондер. Не знаю, что тут вообще такое. Какие-то трубы. Что-то мне кажется, мы пришли не туда, куда надо. Смотри, тут тоже кассета нужна. Нам нужно найти 4 контакта и присоединить их в правильном порядке. Может, нам дадут красную руку? Все, мы их поставили, смотри. То моя красная рука упала. О. Давай-ка я возьмем. Запаковали так сильно. Ну ладно, пошли. Хороший скотч. И? Уф, все. О, я выбил дверь, видел? Крутой игропак, да? Без рук, но нормальный. Ай-яй-яй-яй. Ты побегай, посмотри от первого лица. Ай-я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 й. Куда это нас конвейер? Тут мне вообще прыгать надо. Вообще больно, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда это мы приехали? Вот это комнатки. И где все игрушки? Вот это потолки, высоки. Ага. Пошли-ка лучше наверх. Вот мы тут можем наверх. Ты хочешь туда забраться? Конечно. Ай-я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 й. Бесит эти конвейеры, и тем более вот эти лестницы. Чё-то страшновато. Прыгать не хочется. Идём-ка. Ничего, лисы мягкие, им не страшно падать. А вот мне лучше так не падать. Вот, смотри. Так, Сондер, ты уже прибежал? Пошли давай. Нажимай на кнопку. Осторожно, осторожно. Я думаю, нам нужно электричество включить. Хотя, не знаю, оно тут за 20 лет осталось или нет. Идем-ка сюда. Вот, моя красная кнопка. Я как раз люблю красные кнопки нажимать. Ай! Ай, больно вообще, да. Это очень больно. Ага, согласен. Ай, тут какие-то рычажки. Help. Ой, это что, кровь? За 20 лет не высохла? Или она недавно здесь? Ладно. Давай попробуем на эти рычажки нажать. О, что-то заработало.
первый раз в моей жизни, когда я нажимал на кнопки и что-то заработало, а не взорвалось. Прикинь. Ага. Смотри, игрушка, это кто? Зомби из Tower Defense? Офигеть, всегда мечтал о такой игрушке. Возьми-ка и эту игрушку и пошли. Давай. Фабрика игрушек, и нам только одну игрушку подарили. И то на кучу рычагов надо было нажимать. Это чё? Какая-то кнопка? А! Это кто? Беги! Беги, беги, беги! Он сюда идет! Ай-ай-ай-ай-ай, опять эти дурацкие конвейеры, да? Это что такое вообще? Он здесь! Прыгаем отсюда! Давай отсюда бежим! Ой, где это мы? Все, дверь закрылась, видел? Видел, дверь закрылась. Все, мы живы. Ой, блин, это что? Это что, мой компьютер в будущем? Надеюсь, что нет. Run, stop, no, go, back. Это что-то херабрина, пчела, кот. И роботы какие-то. И все на веревочках. А ты наверх посмотри. Это кто там? Что-то глаза зеленые. Это кто? Кто-то на веревочках держит этих убитых существ. Мне кажется, что оно сейчас спустится и нас съест. Пошли-ка лучше в эту дверь, которую лучше не идти. Пошли, Сондер, отсюда. Здесь зеленые глаза немножко этот страшно, да? Ой, где это мы? Книжки какие-то. Библиотека? Еды нету, главное, библиотека есть, да? Ну какая-то кукла. Еды нету. Ага, кукла зато есть. Ты ниже. А чё? Ой! Кукла ложила, блин. Но на этом наша история не закончилась. Давайте вместе наберем 1000 лайков, чтобы увидеть продолжение Poppy Playtime в Build-A-Bot. А сейчас я предлагаю вам посмотреть крутые игропаки от моих подписчиков. Также вы можете посмотреть, как они сделали мамочку длинные ноги или хаги-ваги. Все это и многое другое вы можете увидеть в моем плейлисте «Битвы и прятки».